там дома вонючек. Все, идут в брудер. В брудер пойдут. Места там много. Красота, лепота. Не надо мамки каждые 2 часа тут менять. Поехали. Пришли домой. Смотри, сколько места после ящика-то. Посмотри, сколько места. Давайте. Чего? Куда? Давай, идите. Где там? На первом этаже у нас попрохладнее. На втором тепло. На первом комфортно. А вот вам теперь будет тепло. Мне кажется, даже включать не надо будет. Не-не-не, идите. Все, куда обратно собрался? Ну чего все испугались? Черных много, да? Сейчас поставим все кормушки. Давайте осваивайтесь. А эти вон забились в угол. Это у нас средняя группа. Сегодня их выпустили на пол. Да? Видишь, как прислушиваются. Уже освоились, уже бегают во все. А тут забились в угол. Разница, да? По идее, разница 27 дней где-то у них, да? Они уже такие. Всем привет! 10 апреля. Смотрите, как наши те груши, которые мы не посмели выкопать. Смотрите, как она расцвела, как шикарно, сколько пчел летает. Все кругом цветет. Персики доцветают, но зато цветет везде черешня, слива еще цветет. Вишня у кого-то зацветает. Ну, вишни там обрубили, а другие у нас еще молодые не цветут. Ну что, что мы сделали? Что мы сделали? Так, про маракуйю. Давайте пока у маракуйи. Все пишут мне в WhatsApp везде. Когда вылезет маракуйя? Да не лезет она еще в том году. Это в этом году это такая жара просто. Такое вот раннее-раннее лето. У меня никогда в жизни в апреле не вылезали бананы. Тут бананы вовсю прут. Маракуйя в том году у нас вылезла почти в июне месяце. Так что вот наша маракуйя. Не переживайте. Нигде ничего еще нет. И ножом особо там не лазим. Андрей так просто прополол. Снял поверхностную травку, а там внутри не лазим. Так что вылезет маракуйя. Это южное растение, ей нужна жара. Поэтому ждем. Ну что, я повысаживала лилии. Доцветают у нас везде тюльпаны, флоксы шеловидные. Начинаю потихоньку выкидывать лишние колеусы мамки. Потихонечку высаживаю, в общем, их. Как всегда. Колеусы первым делом, ну вот барбарисики все мои проснулись, видите, вот все желтенькие, красненькие, сортовые, простые, все попросыпалось. Ну вот, колеус, например, вот этот вот неделю сидит, краклин роза, посмотрите, какой страшненький, вышел он такой светленький, такой весь яркий, а сейчас вот он вот такой вот на жарком солнце, ну и не переживаю. Но самое главное, что вот он неделю уже стоит, но у нас реально уже температуры, вот ванила фрайс просыпается, вылезает уже так. У нас неделю уже, в принципе, температуры такие ночью 7-8 по прогнозу стоит, но, тем не менее, мы встаем всегда 10 градусов уже. И поэтому я потихоньку начинаю мамок колеусов оберечинок, когда буквально на глазах все так зазеленело. Бересклет все листики, бересклет, все листики новенькие нарастил, зимой много листиков скинул. Ну вот лилии, Муся тут мне уже одну палочку у лилии сломала, флоксы лезут, про петунии выкинула уже давным-давно, мамок тоже вытащила на улицу, уже тоже больше недели стоят, ну и уже и малышей тоже вот всех вытаскиваю. Опять не могу понять, откуда у меня вот это чудо взялось. Откуда вот такое вот чудо взялось тут вместе с изиваев и с вегетативной. Так что вот уже и малыши все на улице. Ничего, очень даже замечательно. Герань тоже вынесла. А она, конечно, была дома зелененькая, а сейчас она стала такая бледная от солнца, да? Бледная-бледная. Много листьев у нее тут ветром поуносило. Ну ладно, ничего, все акклиматизируется. Остики тоже все на улице стоят. В общем, все, которые... Алисум. Все, которые черенковала, мамки все уже вытащила на улицу. Ну и также и уже повытаскивала и маленькие.
Так, что? Вот наша стройка. Наши первые грядки. Вот мы сделали. Помните, да, здесь, кто нас смотрит, здесь у нас всегда было поле помидор. Вот Андрею очень не нравилось. Мы строили все время каждый год, господи боже, как такое сооружение для сетки. И сюда высаживали очень много помидор, то есть рядами они у нас вот здесь вот все были. И в итоге вот мы решили от этого избавиться. И у нас здесь грядочки. Это те груши, которые мы смогли пересадить оттуда с поляны. Клевер, кстати, вот заметили, не заметили, там, где груши, клевер очень хорошо нарастает. Ну, вот здесь вот колиусы вынесла, комбаты. Ну, все, короче, которые уже мне не нужны. Вот они сейчас так мучаются, им жарко. И ветер, ну ничего, все привыкнет. Вот хедбрекер замечательно стоит. Все они у меня обстриженные, обчеренкованные. Мне они уже больше не нужны. Черенки все сняты. И я их вытащила на улицу. В общем, вот у нас появились первые три грядки. Что посадили сюда? Ну, здесь груши. Там по той стороне я посадила салат. Вторая грядка у нас морковка. Третья киви высадили. И свекла там рядочками с, по разным сторонам от киви. Сейчас подойду, покажу вам киви. Киви все хорошо. Сидит уже, получается, больше недели в грунте. Вот такие вот у нас огромнейшие листики, почечки. И вот этот, который тоже мы думали, что живой, не живой. Все-таки посадили все в грунт. Вот тоже все выдает. Так что живой. И в грунте, мне кажется, это мальчик. Так что вот надеемся, что... Ну, он подписан, мальчик. Надеемся, что у нас теперь будет мальчик. Так что вот сделали это глобально. А здесь я в проходы, поскольку проходы же все полностью вот так прополотые, перекопанные. Я вот в этот проход... Это я в том году все лето растила мшанку, эту травку. И вот ее сейчас всю оттуда поснимала. В чесноке она у меня там росла. Я ее специально размножала. И вот надеюсь, что вот этот вот проход у меня весь зарастет. Вот я ее перекидала сюда. Носила вчера вручную каждую полянку. Надеюсь, что зарастет. Мне она очень нравится. По ней босиком классно ходить. Ну, она же вообще такой агрессор. Так что надеюсь, что... Я думаю, она за неделю зарастет. Ну, там у меня хосты радуют, все выходят. В принципе, ничего такого интересного там нет. У Андрея проснулся виноград какой-то вот в таких вот почечках. Вот такие почечки. А сейчас покажем другие, уже намного больше, уже листики. Вот наша новая покупка. Пока я ее пересадила в горшок, потому что там же дальше мы тоже будем за малиной все переделывать в грядки, так же, как и здесь, и где-нибудь найдем ей место. Это фейхуа. Мы купили фейху. Фейхуа. Наверное, она не склоняется. Вот, я хочу ее растить штамбиком. Ну вот сейчас, пока она еще в горшочке пусть поживет немножко, а потом я вот эту ветку отрежу, а эту буду выращивать в штамп. Хочу, чтобы она была штамбиком. Ну вот, в общем, у нас вот такая фейхоа. Вообще она и плодоносит у многих, и мы слышали, она и плодоносит, но мы купили даже из-за цветения. Очень красивое у нее цветение. Так, здесь у нас персик цветет. Тюльпанчики мои оставшиеся всякие разные. Ну вот здесь, кстати, их никакие мыши не поели. Здесь они очень хорошо с ирисами. Никто здесь не трогал. Видать, здесь у нас мышей нету. Так, ну что, здесь у меня практически все хосты вылезают. Не могу найти только две хосты. Вот полола-полола, а уже надо снова полоть. Но теперь буду полоть, когда буду уже высаживать все колиусы. И потом уже прополю, потому что сейчас как бы не до этого. А сейчас буду бассейн сливать, все полью. Про гортензии, чем кормите гортензии? Я их, когда только стало тепло, в начале марта, под все-все и метельчатые, и такие, под все гортензии, я просто ложу пролонгированное удобрение, то есть под каждый кустик я наложила, и сейчас просто, в принципе, поливаю. Но вот сегодня хорошо полью, и там, где полянка около дома, да, и как классно, да, цветет черешня. Это еще не все полностью распущены. Еще очень-очень много цветочков закрыты, потом вообще будет такая красотища стоять.
Некоторая вот уже сильно расцвела, а вот это вот вообще у нас самая красивая, такими прям как метельчатая гортензия. В общем, сейчас гортензии просто поливаю, и сегодня буду сильно поливать, и под каждый кустик положу по 2 столовые ложки коллоидной серы. Виноград. Вот идем мимо винограда. Вот посмотрите, как здесь проснулся виноград. Вот такие вот уже листики. Андрей весь виноград сейчас покормил тоже аммиачной селитрой. Сюда я посадила... Что я сюда посадила? А, свеклу. Сюда посадила свеклу. Не хотела на эту грядку сажать свеклу, но все-таки мы сейчас... Ну, потому что вот она была вся в дырах, я ее копала. Ну, я, короче, в каждую бороздку вместе с семенами полила дегтя. Мы купили семена, кстати, черного корня, проращиваем. И купили, в общем, все ваши советы мы использовали. И черный корень семена купили через Авито, и отравленное зерно такое красивое, разноцветное, во все дыры сейчас пихаю, везде-везде кидаю. И Муся у нас молодец, ловит этих мышей, прям молодец такая, сидит около этих дыр и ловит. Малина. Так, про гортензии сказала, да? Малина. Малину почистила, проредила. Малину мы ничем никогда не кормим, потому что, видите, вся малина у меня завалена индюшачьей постилкой. То есть всю-всю зиму я чистила, и никогда мы малину ничем не кормим. Она у нас, в принципе, ей хватает питания, только поливать. Ну вот это вот у нас осталось место. Вот это место у нас осталось, где... бардак, где мы тоже будем делать грядки. То есть, получается, вот там вот мы сделали. И вот теперь будем делать здесь. Еще сколько здесь грядок будет, не знаем. Потому что у нас тут груша в середине отцвела, кстати, уже листики. Тут у нас слива или черешня. Что это? Даже не помню. А, вишня. Вишня. Мы их убирать не собираемся. Там хурма. Тут персик. И, в общем, как-то вот будем вот такие длинные до малины. Перетащили вот сюда вот те балки, где у меня росли кабачки, в этой огромной грядке. Вот оттуда мы балку вытащили, балки все, и положили с этой стороны малины. А оттуда все-все балки убираем и будем делать тоже грядки из досок. Здесь еще ничего не копаю, здесь будут баклажаны. Рассада растет, успеем. Так, ну у нас жарище, конечно, деревья мы... Ну, я так что-то поливаю, и периодически тоже деревьям достается. Больше пока деревьям ничего не давала, но буду давать нитромофоску. Инжир. Ну, это смородина. Здесь у меня ряд смородины. Вот одна у меня уже на цвету. Уже прям все, вся в цвету. А эти еще нет. Ну, это разные сорта. Инжир. Ничего еще не делаем с инжиром. Вот здесь, например, куст инжира. Не доходят у меня еще до него руки, да и рано им заниматься. Но весь живой, почечки просыпаются. Внизу тоже, у дома тоже. Гранатик вот здесь проснулся. Так что ничего еще с инжиром не делаю. Занимаюсь, есть чем заниматься. Вот сажала свеклу, морковку. Копали, делали грядки. В общем, очень много было дел. Кстати, вот прошли озимину. Вот это первое. Перезимовала, все, видите, проснулась. Ну, в этом году, я говорю, такая зима. Так, поэтому до инжира пока руки не доходят. Здесь тоже все покормили лук, чеснок, сюда досадила морковку. Вот здесь тоже, видите, виноградик. Тоже уже в листиках. Винограду Андрей дал аммиачной селитры, сказала, да? Так, что я здесь посадила? Здесь посадила... А, уже не помню, что. Ну, вроде морковку. Либо морковку, либо свеклу. Лук весь и чеснок покормили аммиачная селитра плюс сульфат магния. Покормили это по столовой ложке. Ну, я все кулаками на ведро. Все покормили. Полили сперва, потом все покормили. Здесь у нас тоже персик. Вот видите, какой бардак нам предстоит вот это вот все убирать. А, вот доцветает, конечно, уже. Ну, вот мы в Телеграм показывали. По-моему, показывали в Телеграм. Это у нас сосед рубит деревья, пилит у себя. И нам отдает дрова. Вот мы таскаем, перекидывая через забор. Андрей с Лешей таскает нам на баню стволики. В общем, молодец сосед, отдает нам стволики. Знаете, как классно цвел. Прям вот вообще весь-весь, сейчас тоже листики пошли. А так просто все ветки были вот такие вот прям усыпанные вот в таком бардаке. Такой красивый колоновидный персик. Ну, крыжовник весь проснулся. Крыжовнику тоже ничего не даю, потому что сами видите,
Крыжовник у меня также засыпан весь курячей индюшачьей подстилкой. Посыпается тутовник. Вот так зверски Андрей опять его обрезал. Каждый год он его так... И он опять громаднейший. Ну, в этом году, мне кажется, очень зверски. Розочки все видите, все в листиках. Розочки. Розочкам тоже всем досталось аммиачной селитре, так же, как и хризантеме. Везде уже вылезают навтыканные, еще надо навтыкать, гладиолусы. Вот видите, уже везде полезли георгинчики. Георгины вот так сажаю, оставляю вот такими палками, чтобы не забыть, что я сюда уже что-то посадила. А то ж я все забываю, потом воткну еще что-то. Розы Андрей тоже мои зверски обрезал в начале марта. Ну вот, все в листиках. Вот так вот прет амарант везде и кохия. Но я не считаю это за сорняк. Это потом легко-легко убрать, а то, что нужно, оставить. У Сони там вообще поляна. Туда скидывали в индюшатник все. Скидывали эти елочки, амаранты. И посмотрите, у нее там просто поле. Если бы Соня не топтала, да, Соня? У нее была бы там такая красота, вот такая куча кохии и амаранта. Так, здесь у нас слива цветет. Вот здесь вот это так называемый технический, да? Технический виноград. Посмотрите. Посмотрите. Андрей говорит, уже тоже надо его начинать проводить обработки. Розы. Розы вот сегодня, наверное, ветра нету. Вчера у нас тоже была жарища. Вот зиминка, вторая наша зиминка. Видите, тоже все. Листики проснулись. Вот наш чеснок. Мне кажется, после подкормки вот буквально 3 дня прошло, но он как-то это повеселел. Здесь у меня будет под виноградом, Андрей ничего не дает же сажать. И здесь, поскольку все завалено куриной тоже подстилкой, вот здесь вот все перекопаю. Нельзя сюда ни свеклу, ни морковку, как я поняла. Она совершенно не любит вот эту органические эти удобрения. Я сажаю либо перец, либо капуста шикарно растет. Перец он мне не разрешает, а вот капусту разрешает. В том году хорошо подружилась. Вон здесь, видите, какие листики тоже на винограде. Пока Андрей там далеко, я вам покажу, вот как проснулся. Вот как весь проснулся виноградик. Поэтому сюда посажу капусту. Там вот, видите, грядки еще не делали. Сетки у нас нет. Все. Теперь у нас тут шпалера. Тут же у Андрея виноград. У меня ежевика, маракуйя будет здесь. Мы же размножили еще. Вот сюда посадили маракуйю. Надеюсь, она вылезет. Все, у нас нет сетки. Вот мы сняли сетки. У нас сетку Андрей с Лешей снял. И все. Проволочка теперь здесь натянута. Здесь теперь у нас шпалера. Спилили калитку. Столбы все Андрей спилил. Но все равно, знаете, ну вот здесь потом будет, грядки не будет, чеснок сниму. И здесь будет проход как бы такой вокруг озимины. Хошь туда, хошь сюда. Но все равно, в общем, калитки нет, но идешь в калитку. Сюда посадила черенок фламентанс прошлогодний. Она пока еще так переживает. Ну, представляете, да, такой огромный черенок. Ну, выкопали хорошо, выкопали. Он у меня там в другом месте был. Это вот, ну, год ей. И вот ничего, так вроде очухивается. Так что тут еще у Сони будет с этой стороны тоже фламентанс. Ну, там все розочки, все хорошо идет. Зверски я пересадила отсюда розочку Цезарь. Ох, болеет она у меня без Андрея. Копнула плохо и, короче, много корней повредила. Ну, вот эту грядку еще не трогаем. Андрей все доделал до конца ограждения. До конца сделал, как вот это называется, палочки. Теперь ему осталось только покрасить. Рассада помидор растет. Хотя жара такая, уже в принципе можно все высаживать. И вот будем сейчас там сделаем грядки в том бардаке, чтобы уже наверху был порядок. Ну, и здесь мы быстро перекопаем. Здесь все индюшачьим засыпано. Ограждение теперь есть. Быстро здесь трава просто вот так вот вырывается легко-легко. Крапиву я собираю, курочкам, цыплятам завариваю. И все. Быстро-быстро мы здесь перекопаем, посадим сюда помидоры. Клубника. Ну вот Андрей вернулся. Я в кадре. Андрей ко мне пришел. Короче, вот, в общем, туда будем сажать помидоры. Я думаю, вообще, если бы у меня было бы готово, я бы высадила. Потому что в теплице, реально, которые уже в теплице в грунт посажены, они в 2 раза отличаются от тех, которые в стаканчиках. И поливать устала. 2 раза в день только и бегаю, стаканы быстро пересыхают. Ну что, клубника.
говорила вам, да, до этого, что мы кормили ее аммиачной селитрой. И вот примерно через недельку мы с Лешей думала, что я еще будем давать, может быть, эту азофоску или вот йодоборную подкормку. Ну, короче, она вся пошла в цвет, вся везде набрала, вот особенно Майя, вообще просто вся, буквально вот после видео, через два дня, она стала вся-вся вот в цветах, в бутонах. Ну, в общем, короче, амофоска ей уже была не нужна, посмотрите, сколько она назаводила. И мы дали йодоборную нашу подкормку, все, под каждый кустик. Ой, спрашивайте, как, чего поливать, как поливать. Сперва смочили, Леша бежал впереди меня с лейкой, сперва смочили, потому что у нас жара, у нас очень жарко, у нас просто сушь. И, в общем, Леша пробежался с лейкой, я за ним. И, ну как, в общем, вот на такую грядку у нас уходило по 3-4 ведра, 15-литровых ведра. В общем, ну, примерно так по пол-литра под каждый кустик, вот примерно вот так вот. Ну и теперь все, больше я ничего не буду ей давать, все, теперь только поливать, и все, больше я ее ничем кормить не буду. Прошлись мы фитоспорином. 2 года назад у нас было такое заболевание, антракноз. Листик так чернеет, антракноз, вот кому интересно, посмотрите в интернете. У нас, правда, это началось уже в конце ягод, но у нас тогда было в конце сбора, но у нас тогда было нашествие и жучков, и антракноз. Это вообще, мы просто ведрами выносили клубнику в курятник. Ну, теперь мы этого боимся, и вот мы прошлись фитоспорином. И еще раз пройдемся. Там вообще рекомендуют раз в 10 дней, но мы делаем чаще. Раза 3-4 мы пройдемся. Потому что вот на брила последняя или скала у меня, я заметила, то ли это старый лист, бог его знает, но вот когда пололи, рыхлили, подкармливали, может это старый лист, но мне все-таки кажется, что это, ну, на одном листике, в общем, было. Было что-то похожее, и поэтому Андрей нам сразу выдал фитоспорин. Мы все прошли, и теперь будем проходить. Купил еще пол-литра, да? Пол-литра купил, и, в общем, мы еще раз, ну, еще несколько раз фитоспоринчиком пройдем. Ну, а так, в принципе, больше ничего с клубникой, больше ничего. Вот там, видите, еще ничего не копано, потому что... В общем, все делаем постепенно. С утра до вечера в огороде вообще тут конца и края нет, но мы как бы, я себе делаю план утром. Вот сегодня я должна хоть в весе покормить клубнику. Все, пошла, ее прополола бегом. Уже третий раз ее полю, но этот самый. Вот сегодня надо покормить деревья. Все, пошли, значит, мы кормим деревья. И надо идти мимо всего, ни на что не отвлекаясь. Потому что если отвлекешься, единственное, у нас все свои горшки. Уже горшки по всему огороду у меня развешаны с петунием, в том числе и перед домом. Раз палец сунешь, мимо идешь, а сухо, блин, приходится брать лейку и опять по всем горшкам бежать. Ну так, в принципе, я делаю себе план. Вот решила сегодня сажать свеклу, морковку, значит, я пока не помру, грядки не вскопаю и не посажу, домой не иду. Леха у нас молодец, даже Сеня уроки делает, и поэтому до 6 часов я после обеда могу быть в огороде. Так что, в общем, мы потихонечку, но ничего, в принципе, рассада растет, успеваем. И перец, он еще вообще его рано высаживает, баклажаны тоже, поэтому эти грядки я вообще не спешу. Скопаем, а вот под помидоры, Андрей там уже, кстати, перед домом 2 грядки уже скопал. И так что уже есть куда, если уж очень захочется сажать помидоры, выносить из теплицы, то уже можно туда. Но здесь, конечно, самая жара, и здесь вообще без проблем можно уже сажать. Так что думаю, что начнем скоро эту грядку копать. Ну и все, в принципе, больше у нас ничего такого интересного. Больше ничего интересного такого у нас нет. А, ну вот многие спрашивают, что по цветочкам, по листочкам вот этой вот подкормкой, я уже не раз говорила, что я как бы не парюсь, попадает, и ничего я не замечала, попадает, причем вот солнце, мы там в часов, ну, с Лешей у нас на эти грядки ушло примерно 2 часа, мы начали в часа 4, то есть еще солнце здесь было, и вот до 6, и ничего, и попадало везде, и на кустики, и на цветочки. Ну, конечно, старайтесь уж. Зачем? Там же все-таки нашатырь. И зачем пчелок отпугивать? Нам же надо, чтобы все это дело опылилось и завелось в ягодки. И поэтому, в принципе, под кустик, под кустик. И когда вот сразу все пропололо, прорыхлило, у меня получилось так, что
такие борозки, это потом уже вот полили, и все опять сравнялось ровно. И как бы в борозках во всех это к корням пошло. Так что, конечно, старайтесь, в принципе, не попадать, не надо ж так. Не надо, да и замучитесь, разводите, если вы будете вот так вот поливать-то. И так каждое ведро отдельно разводишь, потому что борное в горячей воде, и все время разводишь, разводишь. В общем, я копаю, сажаю, полю, кормлю, а Андрей все косит, косит и все тоже копает. В общем, все заняты. Кстати, уже на деревья, на все персики Андрей уже вот этот вот липкую ленту, этот ловчий пояс уже повесил. Муравьи уже начинают изучать, поэтому уже везде, вот на всех фруктовых деревьях он ходит, вешает ловчий пояс. Ну и все, в принципе. Все. Ростим новых цыплят. Второе поколение. А, про индюков! Все же спрашивают про индюков, да? Ну давайте, ладно, минуту, уже думала, попрощаемся. В общем, мы решили в этом году отдохнуть от индюков. Вот так вот. Решили отдохнуть. Во-первых, 15 штук это было очень много. Это реально было много. И мы продержали из-за отсутствия места в холодильнике и у мамы, и у Ани, и у нас. Мы продержали, мы убрали в марте, мы последних индюшков убрали в марте месяце. И что-то, знаете, и мы решили, что мяса нам хватит, на суп тем более. И мы решили, что мы обновим в этом году посильнее. Но мы каждый год берем цыплят, дед нам высиживает, ну, инкубатор у деда, у папы. И он нам высиживает постоянно, их вылупляет. И вот в этом году он нам две партии вылупил. У нас будет опять как былые времена. Сколько же это у нас будет? У нас сейчас 32 курицы, и получается, ой, мамочки, 19 и 30, ой, 17 и 31. Ой, 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 сколько же, сколько же? 48. 48 цыплят, да. То есть у нас будет 80. 48 и 32, да. У нас будет 80 курей. Петухов там будет, дай боже. То есть без мяса мы не останемся. Лишние петухи будут всегда. И мы решили отдохнуть. Ну, потому что, правда, как-то это подустали. Ну, и очень затарились. В общем, нам хватает пока всего. Ну, и вот там, кого интересует, тоже по статистике, да, получается очень дорого держать индюков. Тем более, вот эта партия у нас очень долго не ела зерно. То есть кукурузу и пшеницу. Они только на спецкормах. Ой, как жарит, жарко прям. Солнце жарит. И получилось, что мы истратили, Андрей считал. Мы каждый год считаем ради интереса. 45 тысяч, короче, мы истратили на индюков. Ну, это вместе с покупкой цыплят, короче, 45 тысяч мы истратили, и получили мы больше 200, 220, да, где-то, 220 килограмм мяса у нас получилось. То есть мясо нам досталось, ну, не считая, конечно, на моих трудов, наших трудов, мясо нам досталось по 200 рублей. В том году нам мясо досталось по 150 рублей. То есть, как бы, и корма дорожают, и, в общем, 15 штук для семьи – это много. Даже для нашей большой семьи – это много. Трех мы отдавали маме, двух Аня у нас взяла, Катя разгружает, периодически приезжает в холодильник. Но, тем не менее, у нас две морозилки, и они были забиты. Так что решили отдохнуть. Во-первых, не надо будет мучиться весь этот май-июнь месяц, никуда не уехать, никуда особо не уйти. Все время с ними носишься. А, ну это, кстати, 45 тысяч с лекарствами тоже, да, вот со всеми этими пропойками, то есть все сюда входит. Ну, в общем, все равно дорого, и отдохнем. Вот, все. Ну, теперь вроде бы все рассказала. Все, что спрашивали, все. Петунья на улице, гортензии кормлю так. А, сейчас начну гортензии поливать по стволам слабым раствором марганцовки. Для укрепления стволов. Ну и, в принципе, вроде бы все рассказала. Все. Всем пока. Тепла. У нас такая жара, такое лето. Как так в апреле такое лето вообще? Я поражаюсь. Ну, всем тепла, здоровья, мирного неба.